Так на чем же скапливается подавленный эмоциональный фон? Причина всех бед, господа, это лень. Причина всех бед, вот неблагодарность у человека пошла, пошел скапливать этот эмоциональный фон. Но на чем он, какой триггер? Там лень. Человек не проявляется, человек не реализуется, человек не действует, человек не реализован в этой жизни. И тогда он вынужден свое бездействие, свою лень оправдать. Он оправдывает ее ложью. И когда он врет, его подсознание включает низкие частоты. И вот во вранье уже рождается и обида, и злость, и зависть, и все подряд, и ненависть. И вот смотрите, вот эта цепочка вранья, которая приведет к взрыву эго и обляпает человека грязью, и будет болезнь.